коррупционных организаций. Душманское удостоверение личности, заполненные и еще пустые бланки, которые служат одновременно и пропуском на территорию. Лица, инструкции по владению самым современным. А то и просто в спальных мешках под космически ясным и холодным небом высокогорья. И всего набора веселых новогодних традиций здесь можно было воспользоваться лишь одной. Думать о хорошем, вспоминать родину, домашних, а может быть и посмеяться немного с друзьями. Люди понимают политическую важность оказания помощи нашему южному соседу. У вождей Джадрана и с послереволюционными властями, чему немало способствовали подкуп, ложь и террор контрреволюции. Именно какое-то раннее средневековье. Так было и с нами, когда магистраль привела нас в районы расселения племени Джадран. Невольно приходили мысли о какой-то злой силе, которая заставила людей разрушить свои жилища, уничтожить примитивный быт и орудие труда, уйти в непригодные для жизни горы. Ничего живого не было. Счастье. Они сооружают и сцену из кузовов двух КАМАЗов, и зрительный зал, нескончаемо длинных переходов, под воем душманских мин и разрывом пасма. Да и как доберешься? А потому воины разных частей, можно сказать, обмениваются концертами художественной самодеятельности. Пусть не удивляются, да и всяких военных неожиданностей достается им сполна. Незаменимы они именно здесь, в Афганистане. И память наша, небо в нашей власти, нам не забыть Афганистан вовек. Его жару, невзгоды и напасти, и разделенкой будем долго называть. И позабыв о том, что мы с тобой дома. Риски доля есть удела, так дерзайте ж, мужики, чтоб молва о вас летела и до наших уголков, чтоб сказал я, то ли дело, знай кубанских мужиков. По их стихам и песням тоже будут писать историю этой войны. Вспоминаю, что было тяжелой прошедшей порой. Помню зарево свет, полыхавший в кустах винограда, когда первый десант под Кабульской таял горой. Вспоминаю, что было тяжелой прошедшей порой. Помню зарево свет, полыхавший в кустах винограда, когда первый десант под Кабульской таял горой.